Сегодня хотелось бы показать, какие встречаются проблемы с определенными стартерами. Кстати, вот, к примеру, фирмы Хетер. Что у нас здесь произошло? У нас произошло следующее. Здесь вот не было смазки между вот этим пластиком и вот этим. И произошло от нагрева залипание пластика вот этой верхней части к самому вот этому храповику. Вот, открутить надо вот этот болт. Попробовал я открутить, он не откручивается. Чтобы его открутить, он сидит на фиксаторе резьбы. Чтобы его открутить, нам его надо нагреть горелкой. Но так как нагреть прямо напрямую не получится, мы рискуем расплавить здесь все вообще и уничтожить полностью стартер. Мы делаем следующим образом. Ставим отвертку вот так вот на винт. Включаем горелку. И греем непосредственно отвертку вот здесь вот рядом. Прогреваем. Отвертку прижимаем к винту. Соответственно, через отвертку будет проходить тепло и нагреваться будет винт. Фиксатор резьбы ослабнет. И мы выкрутим его. По крайней мере, я надеюсь на это. Сильно близко не подносите, а то поплавите пластик еще сильнее. Он уже сам отошел, но мы все равно открутим, чтобы смазать. Вот. Горячий. Теперь мы видим, что у нас вот здесь вот, вот он, пластик поплавился. Ну, поплавился не сильно, чуть-чуть поплавился. И, соответственно, прилип вот сюда. Здесь должна быть смазка, но с завода ее не было. Мы наложим смазки обычного литола. И он больше не позволит прилипнуть стартеру. Собираем в обратном порядке. Еще не остыл, горячий. Мы будем собирать, не используя фиксатор. Просто по моему опыту он, в принципе, здесь не нужен. И вот, теперь начинает все работать. Поднимается вверх и зацепляется за коленвал. Все, вот такая несложная процедура, а в мастерской с вас возьмут минимум 250 рублей.